Идет третий день фестиваля Brutal Assault. Сегодня хочу попасть на команду Agnostic Front. Давно об этом мечтал. Наверное, сегодня это все осуществится. Народ забит в автобусе. Все, выдвигаемся. Все будет отлично. Третий день фестиваля Brutal Assault. Улицы забиты народом. Это вообще нереально, на самом деле, где я нахожусь, это вообще невозможная канитель. Потому что такого, в России никогда не будет. Какое это нашествие, нахуй, нашествие это, блядь, полная хуйня по сравнению с тем, что здесь происходит. Люди вон лежат, отдыхают, никто их не трогает, никаких полисменов, ничего, никакой милиции, полиции. Люди просто оттопыриваются. Я тоже оттопыриваюсь. Я одела свой нарядный красный глазик и купила сетку. Я оттопыриваюсь. Сегодня я жду Imperio. Да, сегодня мы хотим посмотреть Agnostic Front, да, и Imperor. Две знаковых команды. Палатки стоят даже прямо здесь, вдоль стены крепостной. Кругом палатки, палатки, палатки. Очень много народу. Народ валит уже гашеный. Это очень круто. К вечеру вообще, наверное, жара начнется. Люди, блин, вон уже все угашенные лежат. Это в порядке вещей здесь. Никто никого не трогает. Просто все нормально отдыхают. Итак, мы движемся к проходке. Вот здесь вот обменники меняют, короче, блин, деньги на внутреннюю валюту этого фестиваля. То есть кидают деньги на чипы, которые на руке у вас. Там идет уже месиво какое-то лютое. Оу, вау. Вот, собственно, и Brutal Assault.
жизнь мечтал попасть на Агностик Фронт. Я сделал это. Молодцы, парни, так играли. Просто чума.